Здравствуйте, мои дорогие друзья, я СМИ Александр Пичуев. Сегодня я хочу представить вашему вниманию Махбат или Макбат, талисман любовный арабской магии. Так как особо в Ютубе-то у нас нету арабской магии на русских просторах, поэтому сегодня я представлю свой авторский талисман. Как, по сути, восстановить отношения, любовь, по сути, это приворот на чеснок. Что нам понадобится? День любой. То есть, если вы геомантией особо не увлекаетесь арабской, то есть, талисманами и так далее, да, то для вас уже будет проще, особо напрягаться, заморачиваться не будете. Что нам понадобится? Это листок, 2 чеснока, 2 чесночинки. Можно новые, свежие, естественно, не испорченные, не гнилые. Иголка. И, естественно, не фломастером, как я сейчас вам показываю. Наносим лучше чернилами. Можно розовой водой или шафраном. То есть рисуем изображение человечка, духа нашего, символ любви нашего, да. Не обязательно джина. Джинни, не обязательно. Вот. То есть лисан арабик, то есть арабский язык, да, наносим. Начинаем сначала само изображение человечка, потом уже данную пиктографическую символику и арабик лисан. Арабик лисан, то есть наносим арабский язык против часовой стрелки, также все наносим. Все это наносим. При этом дальше что вы делаете? Зная пару, хоть однополые браки, хоть, может, вы начальника хотите вернуть, наносите иголкой имя на одной чесночинке, ложим вот сюда, в центр. Второй тоже наносим имя, вырезаем иголкой, сюда ложим чесночинки. Потом вы, естественно, сворачиваете это все, как говорится, потом фольгой сверху заворачиваете, то есть, когда свернули по часовой стрелке листок. Потом сворачиваете в кусок фольги обычный, да. И потом держите руки. Свеча, естественно, белая, обычная, горит. Она не обязательно догорает до конца. Она просто как ритуальную функцию несет. Потом вы просто держите над свертком руки и говорите: этими именами духов заклинаю. То есть, или прошу, пускай, как говорится, такая-то, такая-то горит страстью к такому-то, такому-то. Любовью сейчас вот-вот быстро. То есть не назовя имя джинна. Дальше вы, то есть сказали хотя бы 7 раз так, подзарядили руками данный талисман. Потом просто прячете его дома. В течение где-то 7 дней человек вернется. И, как говорится, любовь восстановится у вас. Ну что ж, мсаляма. Всем удачи, успех. С вами был Александр. Пичуев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Развивайтесь, верьте только себе. Удачи!